Камчатка готовится к сезону теплых батарей. Общий объем финансирования на подготовку к нему превышает 2 миллиарда рублей. По состоянию на 1 сентября жилой фонд Камчатки готов на 90%, котельные на 75%, центральные тепловые пункты на 76%, водозаборы и тепловые сети на 84%, водопроводные сети на 73%, сети водоотведения на 76%, электросети на 63% и дорожное полотно на 40%. Об этом сообщает Краевое министерство ЖКХ региона. Там отмечают, что в регионе уже стартовала последняя фаза подготовки к осенне-зимнему периоду. До 15 ноября все муниципальные образования края должны получить паспорта готовности к прохождению отопительного периода.